Вера Брежнева – примерная жена и мама двух прекрасных дочерей. Однако намедне сексапильная певица и актриса Вера Брежнева подарила поцелуй совершенно незнакомому молодому человеку. Это произошло в его сне, о чем герой-любовник рассказал самой певице посредством твиттера. «Сегодня во сне целовался с Верой Брежневой. Целуюсь и думаю, ну никто ж не поверит. Зато проснулся счастливый. Спасибо, Вера!» – вежливо поблагодарил поклонник красавицу за полученное удовольствие. Саму Брежневу сообщение заинтриговало, и она не удержалась, дабы кокетливо осведомиться у молодого человека, понравился ли ему поцелуй. Вместо ответа тот прислал один лишь смайлик. Видимо, словами эти невероятные ощущения он описать так и не смог.